Хай-хо, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! У нас сегодня The Welking Dead, финальный сезон, бета-версия. Ключевые значения в этой серии игр имеют сделанный выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Девчонка-то наша подросла, ребят. Что ты делаешь, растяпа? Представляешь, что у нас еще есть патроны. Перестань, на нервы действует. Не зови меня растяпой. Может, тогда засранец? Нет. Это грубо. Это ты засранка. Что такое? Эй-Джей? Есть хочу. На, вот, поупражняйся, как ты в чтении. Но я не хочу. Зато отличаешься от своего желудка. Налить в кастрюлю сливки, добавить ванильные бобы. А, впрочем, забудь. Ты так еще больше проголодаешься. Держи. Все, что осталось. А как же ты? Налетай. Найдем что-нибудь еще. Я тебе верю. Мы рискнем? Думаю, да. Похоже, все чисто. У нас получится. Так, что у нас тут? Да это же старая добрая монтировочка. Давай-ка мы ее заберем. Пригодится. Ну и флягу с водой тоже возьму. Вода нам тоже не помешает. Найдите еду. Ну ладно. Пойдем поищем еду. Я иду искать тебя.
Вижу мертвеца. Вижу мертвеца. Эй-Джей, не приближайся. Вижу мертвеца. Я убью сейчас тебя. Минус твоя нога. И нож в голове у тебя. С ним покончено. Ты как там? Я в порядке, укусов нет. Теперь идем туда. Ну что ж, пошли посмотрим. Shift для бега, да я ж бегу и так. Ловушка для монстров? Это не ловушка, на этом качаются. Это весело. Забираешься в шину, толкают тебя, и ты подлетаешь очень высоко. Я хочу попробовать. Сперва все здесь проверим. Так, хорошо. Умный малый радует. Так, травушки не собираются. Бочонки, вся эта хрень тоже нет. Опа. Интересно. И все, что ли? Вы подобрали череп оленя. Подойдет как украшение для капота. Ха, неплохо. Так, я думаю, тут нам понадобится монтировочка. Поехали. Что мы делаем в таком месте? Слушаем, нет ли монстров. А потом? Ну, давай, ты же помнишь. Мы... ищем выход. Правильно. Эй-Джей все подмечает. Монстры. Связали себя? Им до нас не добраться? Нет. Выход только через главную дверь. Тут заперто. Бронированная дверь. Эту не выломать. Я знаю, ты голоден. Я тоже. Мы что-нибудь найдем, обещаю. Надо осмотреться, что-то может тут есть еще. Куча бутылок различных. Бобы! Они их сами законсервировали. Возможно, там, откуда их взяли, есть еще. Выглядит многообещающе. Они любили поесть. Это была их последняя трапеза. Проведали Элджея, пересеклись взглядами. Давайте как к трупам подойдем. Так, там есть ключи. Давайте сначала осмотрим то, что внизу лежит. Яд. Они сдались? Они хотели покинуть этот мир вместе. В собственном доме держась за руки. А у нас будет дом? Посмотрим. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Это было наше решение. Он наверняка от той двери. Ну уж нет.
Мы берем ключи? Это опасно. Может, есть какой-то другой путь? Поглядим вокруг. Включим мозги. Правильно. Так, ну дверь нам не выломать. Давайте взглянем на окно. Слишком узко, не пролезть. Ну, мне. Ключи или окно. Вариантов два. Тут темно. Нужно убить монстров. Они не люди. Раньше они были людьми, и будучи людьми, они попросили, чтобы их оставили в покое. Так что лучше? Эй-Джей, тут мне понадобится твоя помощь. Туда? Надо узнать, есть ли внутри еда. И я хочу, чтобы ты был смелым. Хорошо, я могу быть смелым. Подними меня. Когда будешь внутри, открой эту дверь. Есть. Эй-Джей! Клэм, ты должна это видеть. А тут уютно было. Может, останемся? Посмотрим. Тут никого нет. Никого нет нигде. На свете много плохих людей, Эл-Джей. Будь осторожнее в своих желаниях. Но ведь должны быть и хорошие. Мы хорошие. Оба-на. Патрончик. Так мало. Помнишь, мы говорили? Всегда целиться в голову. Верно. Поищем дальше. Наверняка тут есть еще что-нибудь съедобное. Надеюсь. Так, что у нас тут есть? Банка на полу. А вот это что такое? Мы не видели ребенка. Нет, не видели. Может, поэтому они и сдались? Так, что у нас есть еще? На самом плохом месте. Так. Хорошо. И банка внизу. Испортились. Прости, дружок, они уже испортились. Твою мать. Следи за языком. Ты сама звала меня засранцем. Следуй моим советам. Смотри. Тут что-то есть. Потайная дверь? Yeah. Да. Должно быть, что там что-то спрятано. Воу! Бинго! Сколько тут всего? Ага, полно. Нам этого на неделю вперед хватит. Вот черт! Мина! Откуда она нахрен взялась там? Такое впечатление, что ее кто-то бросил. Боже, Эй-Джей! Эй-Джей!
А вот теперь у нас, кажись, проблема. Сейчас будет весело. Монстры! Run! Нужно бежать. Бежать как можно быстрее. О, черт! Так, надо вернуться в машину. Ты знаешь, что делать. Держись в стороне и будь моими глазами, пока я расчищу путь. Ну что, поехали. Ду-ду-ду-ду-ду, я иду убивать, детка. Херяк в ногу, херяк в голову. Поехали дальше. Иди как папочки. Пора тебе умирать. Вот так вот. Давай, до свидания, дружок. Так, у нас тут еще один кадр. Надо раскрыть ему череп. Да чтоб тебя, я же нажал убить тебя, твою мать. Вот говно, я нажал его убить, нажал. Дубль 2. Поехали. Ну, сука, иди как папочки. Иди сюда. Есть первый. Есть второй. И этот. Вот так вот должно было быть в первый раз. Поехали. Блин. Нож далеко. Но у меня есть ключи. Раз в глаз. Два в глаз. И ключи остались у него в глазу. Но это дерьмово. Пошел нахер. Минус рука. Смотри, какие буйные-то, а? Кошмар. Так, у чувака ключи в глазах. Это проблема. Надо трогать. Как только без ключей это сделать, я даже хрен его знаю. Все очень плохо. Клем. Так, пошел нахер. Вот дерьмо. Спасибо, малой. Так, стоять. Дерево. Ай-яй-яй, больно. Клем, гляди, ключи. Так, давай, надо быстрее это делать. Нахер стекло. Забираем ключи. Вот так вот получше будет. Заводи эту старушку. Давай, родная, поехали. Нам здесь больше нечего делать. Эй, Джей, пристегнись. Страйк. И погнали вперед. Вот дерьмо. Так, тихо. На тебя я не рассчитывал. Иди-ка ты нахрен. Стреляй, молодой, давай. Черт. Небольшое ДТП. Так, кто-то с арбалетом. Надеюсь, это Дэрил. Помогите. Пожалуйста. Вау, вот это улыбочка. Не из лучших. Ну что ж, друзья, на этом наша бета-версия заканчивается. Если вам понравилась эта игра, обязательно пишите об этом в комментариях. И если будет много лайков, я продолжу ее снимать и приобрету ее. На этом все. С вами был Борода. Всем спасибо. Пока-пока.